купил, зайчик. Это у нас домик, вот котик пристраивается. Это у нас Шпунька. Шпунь. Мы еще дом выше. Вот, мы, кстати, купили тут вот домики такие новые. Кайфует. Тут вообще вигвам. Короче, там раз, два, трое котов. Вот, здесь у нас лежит Плюша. Вот, кстати, вы, наверное, ее помните. Это котеночек без лапки. Там у нас Чип лежит на заднем плане. Вот он. Вот он отдыхает. У него глазка болит. Чипик, да не выходи, лежи. И листик, конечно же, вот он. Листочек. Листик сам сюда пришел. У него тут есть вот такая штука. Вот он по ней забирается. И сюда на стол. И в свой домик. Ну вот. Такие вот ребятишки. Чип. Чипик. Ну, такой маленький. Козе глазки у меня болят. Вот Чипик у нас лечение получает. Глазки мы ему капаем, прорабатываем. Вот. Листочек мой. Листочек напрягся, потому что Чип на него встал лапками. Ну вот, это у нас доченька наша, кошечка. Тоже она ищет дом. Куда ты там пошел, Чипик? Все, пошел. Ой, Листочек увидел Юлю. Да, что, говорит, там Юля дает? Ничего не дает. Он, смотри, внимательно смотрит, Фантик, а? Иди. Листик. Это у нас Фантик. Такой красивый Фантик. Фантик. Ну, шикарный кот. Такие у него выдающиеся уши. Морда такая выдающаяся. Вообще он очень красивый кот. Глазки желтенькие. Так. Это у нас Пеструша. Это та кошечка, которую Юля забрала с улицы. Она жила под контейнером. Вот она у нас уже выросла. Она у нас вакцинирована. Скоро мы ее стерилизуем. И также она ищет дом. Так, есть дочь водичку пьет. Тут вот у них еда. Это София у нас. София, покажись. Где-то там София. Софию мы забрали уже очень давно с улицы. Ее сбила машина. Нашли мы ее в канаве, умирающей. Вот просто в таком состоянии, уже можно сказать, терминальном. Когда уже, ну просто все. Уже последнее, как говорится, издыхание. Кошка бы погибла. Ну вот мы ее спасли. И она у нас уже очень давно живет с нами. Также мы ее пристраиваем. Ну, конечно, мы ее пристраиваем в хорошую семью, естественно. То есть человек должен понимать, что эта кошечка-инвалид. Она иногда прыгает так, что как бы она не может рассчитать расстояние. Вот. Так, ну вот наши гаврики. Да, Шпуня. Шпуня у нас стерилизована. Она просто такая разговорчивая. У нее один глазик всегда слезится. Вот, к офтальмологу поведем. Вот такие ребятки у нас. Вот. Вот такой у нас уголок с котишками. Вот, пожалуйста, посмотрите. Такую красоту. Тут они на столе стоят, кошки у нас. Это у нас на самом деле зона для фотосессии, потому что мы их когда пристраиваем, мы делаем фотографии. А тут вот нам человек подарил денежку. Вот, и мы на эту денежку решили купить вот новые домики. То есть мы прям заказывали подарок себе. Все девушки выбирают другие подарки. Ну, все девушки выбирают разные подарки, а мы выбираем вот домики кошкам. Поэтому спасибо большое человеку, кто нам денежку подарил, на что мы купили эти домики. Ну, а в приют мы тоже скоро будем покупать домики. Чуть-чуть, конечно, подешевле, потому что, ну, эти очень дорого стоят домики. Но зато они красивые. И листик вот заценил, да, домик. Вот, красавчик. Ну вот, на самом деле у нас около 150 кошек. Кто-то у нас дома живет. Спуня. Спуня моя. Да не моя, Спуня. Листик, да я не даю ничего. Листик, куда ты пошел? Я просто разговариваю со Спуней, Листочек. Да ничего у меня нету, зайка. Это чай. Фита. Черный. Листик у нас всегда... У нас просит еду, он, когда услышит, что холодильник открывается, он такой хоп-хоп сразу и смотрит. Что там? Что там, говорит, давайте мне что-нибудь тоже. Листочек, он живет у нас, мы его не пристраиваем. Мы не хотим кота пристраивать такого, мы очень переживаем за него. Вот так. Ну, вот чуть-чуть пролил водичку.
А вот так листик, видите, перемещается с одного вигвама в другой. Свой. Он очень любит кушать. Зачем забрал томик? Ливерную колбаску. На, пеструша. Лисеночка моя. Лисенок, есть такая кошечка Лисена. Вот она моя Лисена. Сейчас тебе Юля даст колбасочку. Доча. Доча просит тоже. Шейлочка наша. Вот она. Остеохондродисплазия. Она живет у нас. Вот получается стол. Она вот живет на стульчике здесь. Как бы второй этаж. Там у нас конвектор висит. И они вот здесь вот все возле этого конвектора. Это наша Марка. Так, это вот у нас, как его, а Фантик, вот он, Фантик, он занят едой, поеданием. Лисеночка у нас, у нее одна лапка обморожена. Она, ой, кошечка-инвалид. Вот, видите, да, у нее одна культя, вот она прям на нее наступает, на культю, на эту. Вот, а вторая лапка вот у нее прям буквально вот... Остался отросток, как бы косточки засохли, там некроз. Но пока не убираем, потому что она ходит благодаря вот этому участку. Вот это наш киндер-щенок. Листик, он уже переместился в корзину. А, листик, ты где уже? Он уже тут, там. Ничего себе ты, листик. Быстренько он. Мяти, мяти.